спектакле артистов она исполняла повелительницу Дриад в «Дон Кихоте». И вот Агриппина Яковлевна дала мне и Коле Зубковскому, который был в нашем классе, очень способный, очень хороший танцовщик, а потом он вышел просто в прекрасного танцовщика. Зубковский – один из известнейших наших первых танцовщиков театра Кирова. Мы с ним имели дебют. Мы танцевали дважды в театре Кирова, в спектакле артистов «Спящей красавицы». Мы танцевали «Голубую птицу». Вариацию «Принцессы Флорины» исполняет моя ученица Алла Дмитриева.